Лесон 52. Маева 3. Бора-бора. Люди жуе. Шарами, дорогие друзья, вы завы миль фуа резон. Сетиле люнды плю бель до ла Вы были миллион правы, дорогие друзья. Этот остров один из самых красивых на Земле.

Лунный плюваста или самым огромным небом. Мэжи Маре кивнул своей выгну, но мне хотелось, чтобы вы были с нами. Но тхофаха с улькакуте э Наш домик под кокосовыми пальмами очень приятный. Des fenêtres qui donnent Делимуалю, Анжали Мобилье и Нотре Петит Сальдебан. Тре функционел. Окна выходят прямо в лагуну, мягкие кровати, милая обстановка и наша маленькая ванная, очень удобная. Ce que nous apprécions le plus, c'est peut-être la corbeille de fruits. Что нам больше всего нравится, так это, наверное, корзина с фруктами. Франсуаза adore les fruits tropicaux. Оно oh magique. Франсуаза обожает тропические фрукты с магическими названиями, окуляго, шампюзо и великолепные раскраски. Chaque matin, la femme de chambre lui apporte Каждое утро горничная их приносит для нее. Он дире антабло до гага. Это похоже на картину Гагена. Еха, ну сон парти ла пасса сюр ун барк до пеш. Вчера мы ездили к проливу на рыбацкой лодке. Тут аку, лепешер, ну монтр, деформ, анкетанта. Вдруг рыбаки нам показывают напугающие формы. Ки наж хапидма суля сурфас Быстро плывущие на поверхности воды. Акулы. За несколько секунд молодой полинезиец схватил сырой тунет и Леохан Жетта до Громарсо и бросает им его большими кусками. Он оперсуал эклер блан дон вантра или синистр машуах. Мы замечаем белый отблеск живота и зловещие челюсти. Иль paraît qu'il n'y a pas Казалось, что нет никакой опасности. Les attendre le poisson, akule ждут рыбу, et on peut même А ah, мы даже можем поплавать возле них во время ее раздачи. Ensuite, sur un les pêcheurs nous servent dans des feuilles de bananier, Затем на маленьком островке рыбаки нам устраивают на банановых листьях Анделисе пикника. Отменный пикника. Жорлоран лес плюпах, Большую часть от которого я им оставляю. Ле Festin de рокан ма купел аппетит. Пиршество акул мне испортил аппетит. Je reprendrai cette lettre plus tard. Я вернусь к этому письму позже. Il faut qu'il nous soyons à pour le dîner. Нам нужно быть вовремя к обеду. Vous aviez mille fois raison. Этот тип преувеличения часто используется, чтобы выразить энтузиазм, как в нашем тексте, или раздражение. Je te Я тебе говорил сто раз. Он дире. Обратите внимание на условное наклонение. Эту фразу можно приравнять к «cela ressemble à» – «это похоже на». А дословный перевод «сказали бы» или «мы сказали бы». «Ну монтро» – употребление настоящего времени, когда рассказывают о прошлом, драматизирует повествование. «Бананье» – регулярное образование имен фруктовых деревьев. Пом ан коко, ан -какотье. Пол Гога родился в 1848 году. Вначале он работал в торговом флоте, затем с сырьевым маклером. Лишь в 1884 году он решил жить, зарабатывая своим рисованием. С большим трудом переживая все свои мытарства, он выбрал Таити – 1891 году как место для экспериментов над своим артистическим мировоззрением. Во время первого своего проживания он жил среди туземцев и помогал им в конфликтах с колониальной администрацией. Очень нуждаясь в деньгах, он был вынужден вернуться в Париж в 1893 году, но вскоре отправился обратно. И затем Необыкновенно бедный. Он создает чудесные картины. В конце концов, он добрался до островов Мракизыс и умер в 1903 году на Иваоа в доме, заполненном своими картинами. Теория Cet иl eundiplublia Barbara et belle ill il y иль d'autres îles très belles. Bora иль Здесь у нас выборочная превосходная степень. Суперлатив – селектив. Другой пример с прилагательным «бум». Bon. «Ce vin est l'un des meilleurs. Это вино – одно из лучших. Apprenez l'utilisation de l'article ⁇ L'un des meilleurs ⁇ Que faut-il admirer le plus Françoise et son mari admirent beaucoup la mer, la nature, le ciel. Qu'est-ce qu'ils admirent le plus Ils ne peuvent pas le dire. Le plus est la beaucoup de beaucoup ». Et il ne change pas Par exemple, « C'est la mère qui l'aime le plus. » C'est un mot que qu'il aime le plus. Est le que aime des fruits, la femme de chambre lui en apporte. La femme de chambre apporte des fruits à Françoise. Elle, lui, à Françoise, en des fruits. а порта. Она ей их приносит. Порядок, включающий отрицание, следующий. Подлежащее. А. Люи Потом опять а. Потом глагол. И частица па. Не забывайте также добавлять в конце неопределенное местоимение а. А. Ла-ла. А. Жемре. Кивусуаевы кну. Помните ли вы, что глаголы, выражающие желание и волю, требуют сослагательного наклонения? Перед вами сослагательное наклонение глагола этхо, который является неправильным, как и другие восемь глаголов, которые вы будете изучать позже. Посмотрите на формы. Ильфоки жусуа алех. Нужно, чтобы я был вовремя. Ты же мореки тю Мне хотелось, чтобы ты была счастлива. Иль вмёк кель со Лучше, чтобы она была здесь. Иль вёк у нас уайён вэклуй. Он хочет, чтобы мы были соль. Мне хотелось бы, чтобы вы были одни. Тю прифер кель сва сажа ты предпочитаешь, чтобы они были мудрыми, в пассивной форме «иль фо кемафам суа превеню». Надо предупредить мою жену. А если более дословно, нужно, чтобы моя жена была предупреждена. Ну, но савон пасу кильфот адмирелю плюсо. Кес кильфот адмирелю ну, но пасу пасу кельфот, адмирелю плюс. Вы уже знаете конструкцию «эскю» и дальше следует СИ. А теперь новая трансформация КЕСК, а дальше следует СК. Другая возможная конструкция вуза запрессию плюс. Что вам больше всего нравится? СКУ ну запрессию плюс. La de фруи. Больше всего нам нравится корзина с фруктами. А если перевести дословно, что нам больше всего нравится, так это корзина с фруктами или фруктовая корзина. Этим способом усиливают составные части. Практические упражнения. Лесель ланде le предложение. Gaga est un peintre très célèbre. C'est même l'un des plus célèbres. Le requin est un animal très dangereux. C'est même l'un des plus dangereux. La vallée Blanche est une piste très longue. » C'est même l'une des plus longues. Cet hôtel est très bon. C'est même l'un des meilleurs. Ce que nous apprécions le plus, c'est la corbeille de fruits. Ce que nous aimons le plus, c'est la cordeille de fruits. Zaconcier enfin, par Илем Гога Иван Гога. Он любит Гагена и Ван Гого. КИ ЛЕМ килемлю плюс. Но это Гагена он любит больше всего Эль Пратик Букулюшки или скалада. Она много занимается лыжным спортом и скалолазанием кель кельпрати кель плюс. Но лыжным спортом она занимается больше всего. Ну, принон боку ле метро и ле бюс. Мы много ездим на метро и на автобусе. Мы се ле метро кельпрати кель плюс. Но на метро мы ездим больше всего. Жапреси боку ле поиссон и лавьянда. Я очень люблю рыбу и мясо. Мы се лавьянда, кё же пресилю плюс. Но мясо мне нравится больше всего. Дютон ле пешор луи анжет до Тунец рыбак ей его бросает большими кусками. Ответьте с местоимениями. Летаете на оффер де флору туриста. Вы иллер ан да они им их предлагают. Лавиль дон дю ТРАВАЙ о жен. Вы иллер ан дон да он им ее дает. Вы oui. рассказываете Марии о вашем путешествии? Да. Мы ей о нем рассказываем. Ла femme de chambre apporte un fruit à Françoise. Горничная приносит фрукт Франсуазе. Уэ. Oui. Elle lui Anaport, un. »« apporte. Il faut que nous soyons à l'heure pour le dîner. Il faut que nous soyons à l'heure pour le dîner. Il faut que nous soyons à l'heure pour Il faut que je dois être à la porte à six heures. Oui, il faut que tu y sois à six heures. Nous devons être équipés pour faire du ski. Мы должны быть экипированы, чтобы кататься на лыжах. Il faut que vous soyez pour faire du ski. Les requins doivent être nourris chaque jour. Il faut qu'ils Акулы должны быть накормлены каждый день нужно, чтобы они были накормлены каждый день. Le gens pêcheurs doit être prudent. Il faut qu'il soit prudent. Молодой рыбак должен быть осторожным. Нужно, чтобы он был осторожным. Ce que nous apprécions, c'est la corbeille de fruits. Что нам понравилось, так это корзина с фруктами. Nous aimons le calme de cet hôtel. Ce que nous aimons, c'est le calme de cet hôtel. Vous voyez un requin. Vous voyez un couloir. Ce que vous voyez, c'est un requin. То, что вы видите, это акула. Je ne comprends pas votre peur. Я не понимаю вашего страха. Ce que je ne pas, votre peur. Чего я не понимаю, так это вашего страха. Ответьте. Faut faire? Elle le sait? Что нужно делать? Она знает это? Ну Elle ne no sait pas ce faut faire. Нет, она не знает, что нужно делать. Qu'est-ce qu Что она сейчас принесет? Вы это знаете? Non. Nous ne savons pas ce va apporter. Нет, мы не знаем, что она сейчас принесет. Nous dit? Tu comprends? Что он нам говорит? « Tu le comprends ?»« Non, je ne comprends pas ce qu'il nous dit. »« Non, je ne comprends pas ce qu'il nous dit. »